Поэтому нужно быть очень внимательными и в планировании, и в координации, и в призывах к украинцам, чтобы атаки и эмоции были прежде всего против врагов, не затрагивали нейтральных людей, а до нейтральных людей доходила наша информация. Ну и вторая новость, вернее еще часть по первой. Ничего, прошел день, у нас те же самые цели и задачи. Пробиваем информационную блокаду, от которой уже остались одни лохмотья. Но до сих пор есть люди, которые звонят с разных концов Украины, спрашивают, а что ж вы там стоите, что ли? То есть узнают еще. Второе, создаем организацию, потому что хватит менять задницы на золотом унитазе. Нужно, чтобы люди брали на себя ответственность за разные сферы нашей жизни, за державу. И крім нас, крім вас, цього ніхто не зробить. І третє, ведемо нашу роботу, атакуємо там і тоді, коли нам це потрібно. Планово, відповідально, і все буде добре. І друге питання, яке дуже, я так розумію, порадує багатьох застоявшихся хлопців, що у нас антимайдан нарисувався. Я так розумію, ви дуже раді цьому. Адрес. Собираются с кавою, с сукерками, рошен. Все ведомые. Как бы так сказать, у нас прямая трансляция. Шанувателы, шанувальники шоколадной дупы, прошу прощения. С сукерками, рошен. А так и написано. С кавою. Чтобы показать украинцам иншу картину. Картину державы, которая рвется ввысь в космос. Все накормлены, сыты, все добре, никакой зрады. И только окремые шатуны рассказывают, какие снесенительницы. А уже давно построен дуже добрый коммунизм, чи капитализм, как они это называют. Поэтому, побачимо, что они там соберут у цю неделю. Я думаю, что багато будет желающих, бажающих туда сходить, посмотреть. Будет, да? Да. Пусть соберут еще. Я рад такой бурной реакции. Выступишь даже? Скажешь пару слов? Да. Вижу, что еще минуту мы можем простоять при этом снегопаде. Передаю микрофон. Слава Україні! Героям слава! Друзі і побратими, ну, сьогодні просто я глянув Фейсбук, прийшло повідомлення, що за вчорашню добу, ну це офіційні дані, напевно вони, ну як завжди, більше, на жаль, що загибло на фронті 3 наших побратими. Тому я пропоную вшанувати їх пам'ять хвилиною мовчання. Слава Україні! Героям слава! Слава нації! Смерть ворогам! Україна! Город усе! Всім дякую. Який сьогодні день, кстати, по счету, хто знає? 62-й. Два місяці і два дня? І один день? Ну добре. У нас браків ще тут, як на Майдані, не організувалось, ні? Будет? Ну добре. Анонс прийнят. Все, дякую всем.